Меня интересует, например, Авату, где у нас был паспортный стол, который у нас горело здание. Паспортный стол, это он Ну, был находится в раньше. федеральной собственности. Но а планируется как-то его Нет, забрать? а для Или мы чего оно ждать нам? будем? А для чего оно нам? То есть мы должны, принимая имущество, понимать, за каким учреждением мы его закрепим и кто будет нести бремя содержания этого здания и эксплуатировать его. А собирать муниципалитет аварийные здания, по которым нет денег на восстановление и в принципе нет планов по восстановлению, нецелесообразно в настоящий момент. Тоже касается вот МТТ бывшего. То есть с ним то же самое, да? Аналогичный ответ. Это также федеральное имущество, оно стоит на балансе образовательного учреждения и сохранность несет краевое учреждение. По информации от них они все-таки планируют кровлю восстанавливать после пожаров.